Итак, девочки, вы поняли, что я уже на даче, слышите? Естественно, это я на даче. Как только проснулась, я сразу взяла свой раствор, вот такой вот. Видите, вернее, это настой. Это крепкий настой малины, листьев малины. Вот так вот на полчашки, немножечко водички, кипятка. С вечера настаиваете, заливаете, закрываете. Утром у вас настой готов. Вы открываете. Кстати, когда покупать ходите чашки, берите с собой крышечку, чтобы крышка подходила на эту чашку. Тогда у вас все крышки будут, все чашки будут закрываться крышечкой. Это вам мой совет. Очень удобно. И беру вот такой вот диск ватный, смачиваю, протираю лицо, шею, тонизирую полностью, даже уши, и за ушами, все-все, и глазки, все вот этим вот малинным. Ну, я туда еще мяту добавила для запаха, поэтому вот это вот крепкая малина. Также я завариваю, вот рядом термос стоит, чай с малиной, и таким же способом я пью чай малинный, вот этот. Сейчас у меня малинотерапия. Кроме этого, днем я кушаю ягоды и делаю из ягод малины масочку, но про маску позже. А вот этот тоник. Тонизируйте, пожалуйста, свое лицо. И не надо потом смывать его. Ждите, пока высохнет. Я вас люблю, целую, ждите следующую маску с малиной.